R10. У них вы найдете самые смешные мемы. Ссылка в описании. И всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я играю в Age of War. Это игра про... Я не знаю про что. Как это вообще объяснить? Ну ладно. Так. Немного тут подглючивает экран, ну ладно. Так. Здесь меню есть? Так. О, пошли уже. Так, я немного звук уберу, ладно. Так, короче, вот смотрите. На нас идут, значит, смотрите, мы выбираем этих парней. Вот. Тут они показываются. Вот. Здесь мы можем выбрать каких-то лучников. В общем, мы должны дойти до супер крутых. Сейчас мы на самом первом уровне. У меня есть только 25 монет. Так. Короче, вот этот вот... динозавр мне нужен, который 100 стоит. Так, ну пока что я выигрываю, да. Нет, экран немного подглючивает, ну ладно. О! Вот что я еще могу делать. Типа метеориты падают, да? Так. Вот. Вот он появился. Так, еще могу. Давайте еще. Так, два. То есть, смотрите, вот. А, еще пушки, точно, пушки можно делать. Тут немного, я вам говорю, подглючивать. Так, вот пушки, я их могу сюда поставить. Давайте я поставлю за 100 пока что, вот так вот пусть будет. Так, здесь есть плюс пушки, это 1000 стоит, но у меня пока что нет столько. Так, а вообще это сколько, это бесплатно или... Ладно, спешл, я не знаю, что такое, пусть будет... Ладно. Так, пока что я проигрываю. Так. Вот. Наши пошли. Вообще, смысл этой игры в том, чтобы победить компьютер. То есть, нет здесь сетевой игры. И было сложно, конечно, эту игру найти и скачать ее на компьютер. Ладно. Так, могу еще сделать, да? В общем, пока что ничего такого особенного здесь нету. Так. 200. А чё, я могу? О, 4000. У меня пока только 1000. Ну ладно. Давайте тогда двоих используем. Потому что я не знаю, что будет дальше. Я очень давно играл в эту игру. Ну, где-то, наверное, полгода назад. Я играл на андроиде в эту игру. Она на андроиде тоже есть. И я решил найти, есть ли она, это, именно эта игра на компьютер. Вот, вот я ее сейчас нашел. Так, в общем... Оу, да ладно. Сейчас затащим. Так. Вот, всех. Так. Тут только музыка мешает, так что я выключил звук. Как я уже сказал в начале. Так. Короче, просто нам нужно спавнить наших... ну, в общем... Короче, наших спавнить и все. Вот смысл этой игры. Так. Вообще можно было продать, ну ладно. Я пока что это оставлю. О! Они уже прокачались. Что, я тоже так могу? Нет, видимо, я так не могу. Только 4000. О, все. Я тоже прокачался. Так, у меня есть вообще... То есть, наши не пропали. А у них рыцари, смотрите, стали. Круче. Так, 500, 700. Пока что нам до этого далеко. Давайте наспавним тогда их. Да, появляется теперь у нас тоже... рыцари, и я не знаю, что они сейчас будут делать. Так, у нас здесь какие-то еще есть. Вот, и стрелы. Смотрите, стрелы стали падать.
Так. 500. Во, как раз одного давай. О, теперь у меня есть рыцарь на коне каком-то. Ладно. Так, они пока что еще не прокачались. В общем, смысл дойти до той башни врага, разрушить ее, и все вроде. Все, что требуется в этой игре. Так, а пушку я могу уже ее прокачать? Ладно. А, я, видимо, не могу еще. Ладно. А если я ее продам? А, вот эту я могу продать, получить за нее, и тогда я... Не, я накоплю тогда до 1000. Это что, наш? Не, а как он спавнился? Не может быть. Ладно, вот 1000, давайте возьмем ее. Это вроде, смотрите, покруче будет пушка. Так. Давайте дождь сделаем. О, все, последнего убили. Так. Ладно. То есть, смотрите, теперь у нас какая пушка. Такая. Ну, она не такая и крутая. Я даже не знаю, как она будет работать, но, видимо, она будет работать. Так. Давайте этих наспавним здесь, чтобы были они. О, они убьют одну лошадь-то или нет? Нет. Видимо, лошадь их убьет. Три лошади. Так. О, и сразу 650. Ладно. Я тоже одного коня сейчас спавню. Так. А до прокачки должно быть 14. О, я первый прокачался. О, да. Я первый прокачался, я могу использовать какую-то штуку. Я не знаю, как ее назвать. Так. Что я еще могу? Пушки. Пушки 6000 стоят. Самые дешевые 1500. Давайте продадим нашу пушку. Вот эту вот. И купим себе обычную пушку. Вот эту вот. Значит, смотрите. Теперь мы идем. То есть, смотрите. Они тоже прокачались, смотрите. Ого! Крутые тоже парни. Ну, это тоже крутой. Так. Вообще, эта игра браузерная. Но я как-то ее нашел на компьютер. Так что, ладно. 200 дают за одно убийство одного этого... Я не знаю. Дуэлер. Москвитер. И... Каноэр. Я не знаю, как даже это сказать. Появляются какие-то... Такие штуки... Которые я не знаю, как объяснить, но, в общем, такие штуки, которые как броня, что ли, я не знаю, как это объяснить. Так, ладно. Так. То есть, смотрите, вот они идут. Вот эти парни, которые самые третьи, они самые крутые, я так понял. Так. Так, ну я пока что их спавнить не буду. Так, я могу... Вот, я еще одну купил. Так, еще я могу купить. То есть, еще я могу пушку сделать одну. То есть... Так, нет. Ну, я на одну могу пушку еще одну купить. Вот. Наспавнить этих. То есть, смотрите, у меня теперь двухэтажная эта штука. Хотя у них уже трехэтажная. То есть, они круче, чем у меня. Ладно. То есть, смотрите, если я нажму еще... А, у меня нет 3000. Вот, в чем прикол. Нужно 45000, чтобы стать крутым. Ладно. Давай их спавню. Так. Ладно. Так, а вообще как это? Пушка стоит 6000. Ладно, 6000 долларов. Так, до прокачки 45 у меня должно быть. То есть, это доллары, это опыт. Я так понял. 33 тысячи, в общем, ладно. Самых таких буду спавнить тогда. Не таких уж и крутых. Так, то есть, смотрите. Они вроде никак не прокачались. Охренеть, они прокачались. Они все пушки продали и купили одну крутую.
Да, тактика у них нормальная. Так, у меня уже 4000, я могу себе еще одно купить. Так, я еще могу купить одно, но у меня не хватает. Так. Ладно, давайте наспамим двоих. То есть, смотрите, вот, если они защищены этой броней, желтой, которая, то тогда сложнее убить игрока. Так, я еще вот прокачался, во, теперь у меня вот что. Так, у них тоже они прокачались. Так, что я теперь могу? Какие-то солдаты пошли. Я не знаю, как это объяснить. Вообще, я вообще ничего не могу объяснить. Так, давайте способность проверим, что эта штука может. Офигеть, ракеты какие-то сбрасывает. И сразу по 1000, смотрите. Так, а 7000, 9000 и 14. Давайте до 14 тогда. Давайте продадим две пушки наших. Так, например, смотрите. И у нас не хватает, нет. Блин. Ладно. Сейчас я все сделаю. Попытаюсь как-нибудь сделать. Ладно, 7000 у меня еще есть. Нет, 7 уже нету. Ладно. О, 7000. Вот, еще танк спавню. То есть, парни, которые ближний бой, с автоматами и танк есть теперь. Ага, так. И смотрите, теперь за убийство стали давать дофига. Но, о, у меня 20... Круто. Вот, что я поставлю. Это реально будет крутое что-то. Так, еще один танк. Зачем я построил эти штуки, все равно у меня... Ладно. Так, 7000. То есть я должен накопить 7000, чтобы еще одна башня появилась, да? Ну, смотрите, я... Ого, нормально. Вот, максимальная, да? Все. То есть я могу поставить максимум 4 пушки на мою базу, да? Значит, так. Нет, пушки не хочу ставить. Давайте поставим несколько этих парней. Просто проверим. Смотрите, сколько у меня опыта уже. Так, давайте еще раз. Сделаем эту штуку. Так. Ну, ладно. Так. То есть, смотрите, вот как они побеждают. Круто. Они всех побеждают. Смотрите, они даже танк будут убивать. Хотя хрен знает как. Ладно. А если с автоматами что? Ничего. 12. Они уничтожили танк. Крутые ребята. И смотрите, это 1500 стоит долларов, а это 2000. А это 7000. То есть если я куплю два танка, у меня хватит еще на... Нет, не хватит. Я думал, хватит. Хотя нет. А почему... Ладно, не буду следовать вопрос. Почему танк... как-то неправильно проделал, мне так кажется. Хотя, может, и правильно. Ладно. Так, у меня есть способность. А что-то никого нет, смотрите. Вообще пусто. Только зря способность потратил. Так. Так. Во! Прокачка. И они тоже, смотрите, прям за мной прям прокачались. Так. О, новые войны какие-то появились, какие-то с мечами какими-то, я не знаю, что это. Смотрите, вообще, вы только посмотрите, ха-ха-ха, охренеть. Так, 25, смотрите, значит, если я спавню вот этих вот, а, вот еще космическая хрень, ого, лазерный луч. Так, ладно. Так, окей. Эти с автоматами тоже идут, то есть танк еще есть. Но пока что я на танк не накопил. Так, надо еще пушку поменять, я так понял. Так. То есть у этих даже не достроена сама башня. То есть у них еще есть место, чтобы достроить. Так что надо не давать им это сделать. Вот. Давайте один танк попробуем
Ну просто попробуем вообще, как это все будет работать. А потом, может, я еще один танк куплю. То есть, смотрите, танк теперь стал какой-то вообще без колес. Он, я не знаю, на чем даже движется. Так, 150 тысяч долларов, суперсолдер, суперсолдат. Ладно, еще есть лазерная вот эта хрень. Ладно. То есть для суперсолдера мне еще далеко. Ладно, наспавню этих. Как бы мне не сложно. Так, двое таких. Ладно, трое пусть будет таких. И все остальные будут пусть такими. Так. Надо было потратить на пушки, но... Я думаю, раз такие суперсолдеры столько стоят, я даже не знаю, сколько пушки стоят. Ну, давайте посмотрим. Так. Смотрите, самые дешевые 24 тысячи долларов. Да, это... У меня есть только, так, 40 тысяч долларов, лазерная, еще одна есть за 100 тысяч. То есть у меня будет выбор, копить дальше на суперсолдера или взять пушку вот эту вот, вот эту вот. Ладно, давайте продадим нашу вот эту пушку. То есть это наша последняя, да, я так понял, изменение, да? Так, все равно у меня мало. Ладно. То есть, если подумать, то у меня даже хватит на две таких пушки. То есть, да, смотрите, у меня хватит на две таких пушки. Еще 5000 остается, чтобы наспавнить одного этого. Хотя вряд ли он победит, ну ладно. Пусть хотя бы попробует. Нет, я что-то не затащил. Так, ладно. Сейчас выиграем. Так. Все, это последнее, значит, смотрите, мы больше не сможем прокачиваться, потому что это самая последняя прокачка, да? Так. Ладно. То есть, смотрите, они мечами как-то разрушают танк вот этот вот. О, а это лазерный луч сразу всех уничтожает. Но я уже приближаюсь к 150 тысячам. Смотрите, сколько солдатов. Я спавнил. Охренеть. Нет. Я наоборот уже все. Вряд ли накоплю. Ну ладно. Хотя бы есть шанс, то, что я сейчас выиграю. Вот это вот. А, мы их уже убивали. Смотрите, у них не 5000 уже. Ведь надо 5000. Хотя, я не знаю. Ладно. 29 тысяч. Давайте. Два танка тогда купим. Еще 15 тысяч останется, еще один танк будет. И тогда я еще один танк вот куплю и все. То есть у меня будет 3 танка и вот эти вот ближнего боя сейчас кого-нибудь хотя бы не убьют. Так. То есть смотрите, вот как круто это все. Так, у меня еще есть вот эта лазерная штука, которая почему-то дальше не стала двигаться. Так, ладно. Ладно. И типа чё? Ладно. Так, 61. То есть, смотрите, сколько опыта у меня уже. Охренеть. Так. Чё происходит вообще? Так, 83 уже, да? Так, если я возьму... Давайте вот этих вот. Возьмем 58 как раз останется. Возможно, они кого-то еще убьют. Так, танк дошел до самой главной. Во. Но он вряд ли, наверное, уничтожит. Хотя смотрите, какой он мощный танк был. Так, как раз вот. На танк хватит. Немного, чтобы его. Так, вот эта штука мощная, потому что она стреляет на половину карты. Может, моя тоже так может. Хотя у меня такая. Не очень крутая. Так, ладно. Давайте этих солдеров тогда возьму. Возможно, хотя бы они победят. Так, ладно. Так, 61. Так. В общем, надо копить на танк или копить на вот этого суперсолдата. До суперсолдата, мне кажется, еще далеко. Хотя 113 уже.
Есть шанс, то что я накоплю все-таки на этого солдера. Да, есть такой шанс, потому что нет, у меня нет этих штук. Ладно, давайте один танк, просто один танк. Вот сейчас спавню один танк, посмотрю, что будет. Ладно, все пять танков сделаю, вообще все танки. Все потрачу, возможно, они как-нибудь окупятся все-таки, чтобы было 150. И я куплю одного суперсолдера. Здесь я на него накоплю. Так, пока что танки проигрывают, потому что... Ну, потому что... А, не, нормально вообще. 86 тысяч, еще нормально. Еще один танк будет еще. Так. Так. Что-то их уничтожают. Мы их уничтожаем. Давайте. Ну, давай. Еще долго, смотрите. 119 тысяч только. 126. Так. Давайте эту штуку используем. О, сразу всех. О, один. Одного давайте мне. О, вышел суперсолдат. Я так думаю, что его вообще не победите, раз он столько стоит. Хотя хрен его знает. Но я все-таки на него накопил. Вот он какой. Его вообще хрен убьешь, смотрите. Он просто с одного удара убивает танк. Он с одного удара всех вот этих вот солдатов убивает. Смотрите, он вообще непробиваемый. Охренеть. Три танка еще возьму. Нет, его убили. Ну, потому что, ну, все-таки... Когда-то его, наверное, можно было убить. Ладно. Так, 31 тысяча у меня еще есть. Давайте этих солдатов наспавню. Так. Оу, круто. Так. Так, еще вот этих солдатов сделаю. Так, танки есть. Давайте еще один танк. Два танка. Я вроде наспавнил. Для одного. Ладно. Так, то есть сейчас танк, а потом... Да, танк. Два танка, да, я взял. И... Вот этих вот. Три таких с автоматами. Так, то есть за один танк дают 26 тысяч. Он стоит 20 тысяч. То есть 6 тысяч мы получаем все равно круче. Так, используем силу, убиваем сразу двоих, получаем 70 тысяч и покупаем три танка. То есть, игра дает нам шанс все равно победить. Но дело в том, потому что я играю на нормале, изи там нету, поэтому я выбрал нормал. Я не знаю, может потом как-нибудь в следующий раз поиграю на другой сложности, но пока что я тащу, ну как, ну... В минус не иду пока что. Так. Вот этих вот. Двоих таких и три с автоматами возьму. Так, ладно, 34 тысячи еще есть. Вот, я думаю, взять, копить еще на одного суперсолдата. Или уже брать просто танк. Это вот, я не знаю, давайте танки просто, два танка возьму. Так, как раз еще останется 10 тысяч. Я сейчас вот уже танк, наверное, уничтожу. И будет у меня еще 1000. Вот, этих уничтожу. Сразу всех. Получится 63 тысячи. Так, когда я их выиграю-то? Так, 4 танка. Опа, смотрите, как мы их уничтожаем-то. Давайте, почти дошли уже, давайте. Затащим. Давай, 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 давай. Всех сейчас победим и все. Так. Значит, смотрите. Вот. 26 тысяч. Нормально. Нормально, нормально. Так. То есть я могу еще один танк купить. У меня останется на несколько солдат. У меня останется 1000. И 1000 я могу потратить на... Или на обычный солдат. Вот этих. Боги Блейда. Или бластеры. Я потрачу на бластеры, на три бластеры, потому что бластеры это, ну, что-то крутое, потому что их сложнее убить, чем просто
которая рукопашный бой, в общем, ладно, еще вот эту штуку использую. Да, убил одного, хорошо, уже нормально как бы. Так, спавню еще пятерых, чтобы вообще хорошо было, отлично, вообще, чтобы хорошо, блин, победили и все, и закончили. Так, где-то 50 тысяч, значит, я могу купить три танка, если... Нет, да. Короче, три танка должно быть. Три танка, 15 тысяч остается, значит, я беру вот этих просто рукопашных, которые вот с мечами такими лазерными. Так, почему, блин, я не могу победить их? Я так и не понял. Они копят на пушки почему-то. Я не знаю, я не собираюсь копить на пушки, потому что это тупо. 100 тысяч. Но вообще это, если подумать, если все сейчас продать, то можно купить хотя бы пушки. Давайте продадим. Так, у меня есть 116 тысяч, и давайте я куплю одну такую пушку. Пусть она здесь где-нибудь будет. Так, у меня остается 16 тысяч, я беру вот этих вот. Два танка. Да. Так. 26 тысяч. Нормально. Так, то есть мы начали уже тащить, видать, да? То есть как бы мы сейчас вообще ничем не отличаемся, только у этих пушка здесь, у нас пушка здесь. У них ХП столько, у нас по-другому совсем, да? 62 тысячи. 62 тысячи я пока что не буду ни на что тратить. Хотя ладно. 94, значит, смотрите, я беру 4 танка. Сейчас еще поднакоплю, еще возьму 5 танков, и тогда я затащу, я так думаю. Все-таки с танками будет попроще, наверное. Так, победить. Так, ладно, пока что они не тащат почему-то. Почему-то тащат эти. Хотя, вообще, у меня долларов больше. Хотя я не знаю, почему доллары нарисованы монеты здесь. Я вот это вот не понимаю. Так, ладно, берем еще один. Еще один танк. Так. 28 тысяч остается, значит, я их трачу на солдатов. Потому что... На солдат потрачу, ладно. Так. Окей. Смотрите, то есть вот мы уже почти дошли до их базы, берем еще несколько таких просто, которые стрелять будут, еще пару танков возьмем, то есть смотрите, мы уже тащим, берем пару танков, вот этих вот танков, пусть будет 3 танка, ладно. Так, нет, вот дело в этой пушке, она почему-то стреляет и постоянно попадает, вот дело вот, если эта наша пушка до них не дострелит, то это дострелит. То есть надо было ставить там. То есть у них тактика какая-то другая все-таки. Ну ладно. Это не самое главное. Так, самое главное в том, что я никак не могу их победить. Хотя мы как бы одинаковые вообще по силе, по всему. И вообще победить должно быть просто. Но я не знаю просто. Так. Так, давайте купим тогда вот этих вот. Просто. Не, мы начали тащить. То есть, смотрите, у нас есть несколько танков. У нас есть 3 танка. Еще один этот, который здесь стоит. Я начал считать с этого, потому что... Что там, 2 их? Их там 2 сразу, да. То есть, смотрите, вот. Сразу 5. Так. 5. То есть смотрите, сколько у меня опыта уже. Это офигенно просто. Так, во. Сразу. Так. Уничтожаем их. Так, ну что там? Почему? Я никак их победить-то не могу. Еще давайте. Танков возьмем. Потому что я по тактике, я не знаю, как вообще выигрывать. Я давно уже не выигрывал в этой игре. Я давно, я вам сказал в начале видео, то что я давно в нее не играл. Так. Ладно.
Так. То есть у меня остается 66 тысяч. Я покупаю еще 5 солдат. У меня остается где-то 30 тысяч. И я их трачу на что-нибудь еще. Так, а на куда их потратить? О, лазерный луч. 100 тысяч. 103 тысячи. Давайте тогда накопим на... вот этого вот парня. Я не знаю, как он будет действовать. Но я все-таки считаю, что он как-то должен все-таки затащить. Потому что... Я не знаю почему. Он все-таки должен затащить как-нибудь. Потому что... Он стоит 150 тысяч. И... Смотрите, как он сразу грузится-то. Офигеть. Ладно, и теперь просто солдат давайте наспавним. То есть у меня сейчас 2000 остается. Так, 2000 долларов. Так, ну, места уже не хватает, смотрите, они просто стоят у базы нашей и нифига не делают. Так, вот самое главное, вот, защита нашего вот этого парня. Так, вот сейчас, походу, мы начали тащить, надо как-то все-таки их прикрыть, ребят. Так, у нас есть один танк, я еще наспавню танков. Наспавню. Так, ого! То есть это прикрывает суперсолдер. Ой, его уже начали мочить. Ладно. Так, он даже мочит так. Самый прикол-то какой, смотрите. Он мочит вообще. Смотрите, как круто. Все, мы их победили. Victory, все, мы победили. В общем, вот так вот. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне ВКонтакте, ID 5355-4463. Не забывайте про группу ВКонтакте Нубас Компании. И еще будет группа, которая была в начале. Обязательно на нее подпишитесь. Очень крутая группа. Там есть смешные мемы. В общем, всем удачи и всем пока. Удачи и всем пока.